5,4 кг schwer, 29 Jahre alt. Итак, мы видим Виталия Кличко и Францека Сумину из Словении. Ну что ж, словака, извините, пожалуйста, но дело в том, что эти боксеры появляются как соперники неожиданно для наших братьев где-то прямо перед боями. Таковы, в общем-то, условия. И изучить их достаточно хорошо невозможно. Вот парень тяжелый, но тоже с точки зрения уж очень коротко провели в этот бой. Виталий, я не знаю, таких коротких поединков, пожалуй, я и не видел. Очень простой. Чувствуется разница в технике. Этот противник простой, мы набираем опыт. В дальнейшем мы можем увидеть, наши противники становятся все сильнее. Количество боев у них больше, количество побед больше, технически они грамотнее. Это тренировочные бои перед теми боями, которые, я надеюсь, мы увидим. Не надеюсь, я уверен, мы увидим бои за звание чемпиона Европы. Ну вот здесь уже, пожалуй, или он такой мужественный парень, он понял уже, что он не сможет продолжать бой, но он показывает всем своим видом, что вот стойку я готов, вот прямой удар прошел, такой мощный. А от него тоже можно было пропустить такой же. Я работаю на то, чтобы не пропускать удары от противников, и Володя работает над тем же самым. Не даем шансов, никаких шансов нашим противникам, мы увидим в последующих наших боях. Итак, очередной бой. Виталий Кличко.